Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и давненько я не выпускал рубрику «Лёша смотрит», ну, потому что не ходил в кино. И вот сейчас решил сходить на супергеройское кино «Шазам». Последние супергеройские блокбастеры меня, честно говоря, не впечатлили абсолютно, потому что это такое пафосное, натужное сверкание спецэффектами. Иногда даже просто спать хочется на этих фильмах. То есть даже «Черная пантера», которая номинировалась на «Оскар», только потому, что там, собственно, культивируется немножко другой вид супергероев, но настолько был скучный. Я люблю веселый, то есть тот же «Дэдпул», как ни странно, «Человек-муравей», он веселый. И «Шазам» меня в этом плане не разочаровал. Хорошее кино, рекомендую сходить. Это, конечно, не супер-пупер, но вы проведете время просто хорошо. Вам будет и весело, и не скучно, нету каких-то затянутых супергеройских речей, пафосных. Ну, согласитесь, быть супергероем — это вообще-то весело. Вот по-хорошему, кто бы не получил супергеройскую силу, вы в первую очередь ее бы там по-разному пробовали, всякие смешные штуки делали. Вот «Шазам» как раз про это. И на это весело действительно смотреть, это логично, так как супергеройское кино рассчитано на подростков в основном, ну, то есть на меня, и когда супергерой сам еще и подросток, извините, спойлер, то это, ну, заходит очень хорошо, и интересно на это смотреть. Так что «Шазам» — хорошее кино, без вот этого... То, что в последнее время заполонило кинотеатры, я не хочу и на «Мстителей» там следующих, четвертых идти, которые уже точно финал, там «Зен», что-то еще прочее. Да, это от DC. У DC, кстати, в последнее время вообще просто что-то не очень идет с фильмами, и «Бэтмен», и что там у них еще, «Супермен» какие-то такие... так себе выходит. Marvel лидирует по всем статьям, но вот «Шазам», как я где-то читал в комментариях, что «Шазам» — это марвеловский фильм от DC. Ну, наверное. Ну, на нем было интересно, действительно. Так что рекомендую, проведете неплохо вечер, особенно если вы пойдете со взрослыми детьми, я имею в виду с подростками, не с маленькими, конечно. Я думаю, что получите удовольствие. Все, на этом все. Всем пока, смотрите хорошее кино.